Всем привет! С вами Юля Савичева. И вы смотрите самую революционную программу Муз-ТВ «Муз-раскрутка». «Муз-раскрутка» – это территория без блата, без связей и крутых продюсеров. Главный критерий отбора – талант и харизма начинающих музыкантов. Только у нас и исключительно с вашей помощью зажигаются новые звезды. Голосуйте за клипы новых исполнителей на нашем сайте и выбирайте лучших. Именно вы решаете, кто из них появится в ротации телеканала Муз-ТВ. А сейчас настало время объявить победителя прошлого сезона. Вы готовы? Тогда давайте вместе поздравим нежную, хрупкую, а главное, талантливую девушку по имени Софи. Именно ее ролик «Моя вселенная» набрал практически 7 тысяч ваших голосов. А что это значит? Правильно, теперь этот клип можно увидеть в эфире Муз-ТВ. Пожалуй, о таком можно только мечтать. И только благодаря вам, друзья, эти мечты воплощаются в жизнь. Итак, смотрим клип Софи прямо сейчас. Голоса подсчитаны, победитель объявлен, а значит, открываем новый выпуск «Муз-раскрутки». Начнем с Ольги Василюк и ее ролика «Невеста». Посмотрела клип, мне понравилось. Картинка очень красивая, девушка приятная. Единственное, что бы я добавила к исполнению этой песни, это подача. Потому что песня так или иначе должна развиваться. Под конец особенно, тем более, когда девушка говорит о том, что она очень хочет быть невестой. Что-то мне это напоминает. Должны быть эмоции. К сожалению, вот этих эмоций и силы голоса я не услышала. А клип очень интересный. Смотрим и слушаем ее композицию и голосуем. Глядя на родителей, дети часто идут по их стопам. К чему я веду? К тому, что сейчас мы будем смотреть клип Анны Шульгиной. Кто не в курсе, это дочка певицы Валерии. Клип мне очень понравился, видна глобальная работа проделанная. И самое главное, что в этой песне затронута правильная тема. Верь и мечтай, и самое главное, иди к своей цели в жизни, даже если у тебя на пути преграды. Так что, друзья мои, я вам желаю удачи, и чтобы у вас все всегда получалось. Верьте в себя! А следующую исполнительницу, которую мы посмотрим, будет Кейт Нова с ее композицией «А мы не мы». Я не очень поняла посыл, про что эта песня. Исполнитель прежде всего должен нести смысловую нагрузку, энергетическую нагрузку. Тем более там затронуты такие темы глобальные. Про людей, настоящий ты, не настоящий. Так вот, я хочу верить, когда я смотрю на эту девушку, что она мне говорит, что она мне поет. Было все как-то, знаете, как будто вот сейчас включили камеру, была репетиция, и вдруг эту репетицию засняли. Ну так, в полноги, как бы чуть-чуть совсем, не напрягаясь. Я просто желаю, чтобы эта девушка в следующем своем клипе отдала максимально своих эмоций, переживаний, и тогда все получится. Напоминаю, что с вами Юлия Савичева, и вы смотрите самую сенсационную программу Муз-ТВ «Муз-раскрутка». «Муз-раскрутка» – это место, где у молодых артистов есть реальный шанс заявить о себе. Правила просты. Мы показываем вам их клипы, вы за них голосуете на нашем сайте и выбираете лучшего. Тот, кто получит наибольшее количество голосов, окажется в ротации Муз-ТВ. А мы продолжаем и встречаем группу «Мохито». Ребята сняли клип на песню «Слезы солнца». После просмотра этого клипа я думала, я точно буду знать, что же такое «Слезы солнца». Но я так и не поняла, что это и где это искать. Клип вроде бы неплохой, там есть сюжет, но там нет главной поющей девушки. Я не понимаю, то ли это она поет, то ли нет. Очень жалко, что в клипе не было плейбека с ее вокалом, с ее эмоциями. И, к сожалению, я действительно не поняла, что же такое «Слезы солнца». Извините. Продолжая
открывает муз-раскрутку дуэт «Звонки» и Устинова с клипом «Мистика». Если вам знакомы эти фамилии, не удивляйтесь. «Звонки», например, уже успел прославиться как участник шоу «Голос», а Устинова, между прочим, была одной из ведущих телеканала Муз-ТВ. И теперь ребята вместе покоряют музыкальный Олимп. Но удастся ли им это, зависит только от вас. Так давайте же мы с вами посмотрим этот клип, и я бы очень хотела, чтобы решение приняли вы, зрители канала Муз-ТВ. Вслед за Устиновой и Звонким в ротации Муз-ТВ жаждет оказаться и Горький, точнее группа Горький. Что удивительно, песня мне и исполнение этой песни очень понравилось. И я поняла, естественно, про что идет речь. Да, действительно, наконец-то до меня дошло, про что поют. Мне понравилось то, когда молодой человек пел сзади, девушка, и вот их лица было очень здорово снято. Именно вот этот кадр мне очень понравился. То, как вела себя девушка в кадре с этими подушечками, мне не понравилось. Я вам честно скажу, надо было как-то это более эстетично снять, я так считаю. А вообще, у этой песни есть все шансы, мне кажется, и у этого клипа, попасть в ротацию, у меня такое ощущение, потому что девочки посмотрят этот клип и сразу, или молодые люди, сразу будут голосовать, что-то я в этом не сомневаюсь. На сегодня это все. Поддержите молодые таланты. Никогда не сдавайтесь. Ищите себя и докажите всем, что вы чего-то стоите. Не пропустите следующий эфир и не забывайте фоловить Собака Муз-ТВ в Инстаграме. А с вами была Юлия Савичева. Пока!